И всем привет, меня зовут Никита, и в сегодняшнем видео мы с вами сплетем вот такие вот замечательные бутылочки шампанского. Вы можете сплести как взрослое шампанское, так вы можете сплести и детское шампанское. Это уже одно из первых видео нашего сегодняшнего марафона. В сегодняшнем марафоне выйдет 4 видео по плетению из резиночек и также вязанию крючком на новогодние темы. Обязательно смотрите. Они выйдут все в сегодняшнем дне, 31 декабря 2022 года. И давайте посмотрим, что нам понадобится для плетения. Для создания шампанского нам понадобится 25 резиночек основного цвета для самой бутылки. Вот здесь вот он розовый, но я сегодня буду использовать темно-зеленый. Также 12 резиночек для упаковки. Тогда я использовала прозрачный, сегодня я буду использовать такой вот металлический цвет. И также 7 резиночек для пробки бутылочки. Я сегодня буду использовать вот такие золотые резинки. Помимо резинок нам с вами понадобится рогатка и крючок. Давайте начнем плетение. Возьмем одну резиночку темно-зеленого цвета и накрутим ее на правый столбик в 2 оборота. Первый, второй. Теперь возьмем 2 резинки зеленого цвета, накинем их на 2 столбика. Возьмем крючок и скинем 2 резинки нижние с правого столбика. Теперь возьмем снова 2 резинки зеленого цвета, накинем их на 2 столбика и скидываем нижние резинки с 2 столбиков. Теперь будем плести этикетку. Берем 2 серые, накидываем их на 2 столбика и скидываем нижние резинки с 2 столбиков. Теперь возьмем снова 2 серые резинки, накинем их на 2 столбика и скидываем нижние резинки. Теперь будем снова брать темно-зеленые, будем проплетать 2 пары, накидываем 2 резинки и скидываем нижние серые резинки. И теперь проплетаем вторую пару темно-зеленых резинок, накидываем их и скидываем с правого и с левого столбика нижние резинки. Теперь перекидываем резиночки с левого столбика на правый. Захватываем 2 резинки и перекидываем их. Теперь вернемся в начало. Вот так вот повернем рогатку и посмотрим на вот эти первые 2 резинки. В них нам надо завести крючок. Вот так вот. И накинуть на левый столбик рогатки. Опустим резинки вниз. Будем проплетать снова 2 пары зеленых, 2 пары серых и еще 2 пары зеленых. Накидываем 2 зеленые резинки. И скидываем нижние резинки только с левого столбика. Возьмем еще 2 резинки зеленого цвета, накидываем их на 2 столбика и скидываем по паре резинок с правого и с левого столбика. Возьмем 2 серые, накинем их на 2 столбика и скидываем по паре с правого и с левого столбика. Возьмем вторую пару серых резинок и скидываем по паре серых резинок с 2 столбиков. Берем 2 зеленые, накидываем их и скидываем по паре серых резинок с правого и с левого столбика. Возьмем еще 2 темно-зеленых, накидываем их и скидываем нижние резинки по 2 штучки. Теперь нам снова надо перекинуть резиночки с левого столбика на правый и вернуться в начало. Кстати, смотрите, у нас тут всего 4 пары резинок на правом столбике. Будьте внимательны. Вот. Вот эту резиночку начальную захватим. Тут мы видим, у нас уже есть петельки, поэтому сюда же мы крючок заводим и накидываем на левый столбик. И проплетаем точно такую же последовательность. Опускаем резинки на правом столбике как можно ниже. Накидываем 2 зеленые, скидываем резинки только с левого столбика, накидываем еще 2 зеленые резиночки, скидываем по верхней паре с правого
и с левого столбика. Возьмем 2 серые, накидываем их аккуратненько и скидываем по 2 резинки с каждого столбика. Возьмем последние 2 серые резинки, накидываем их и скидываем по верхней паре с правого и с левого столбика. Проплетаем последние зеленые, возьмем 2 резинки, накидываем их, скидываем по верхней паре с правого и с левого столбика. Возьмем еще 2, накидываем их и скидываем по паре с правого и с левого столбика. Саму бутылочку, сам корпус мы с вами сплели и будем плести уже золотыми резинками. Возьмем пару золотых резинок, накидываем их на 2 столбика и скидываем все нижние зеленые резинки с каждого столбика, с левого и с правого. Я буду скидывать по частям, по 4 резинки захватывать. Вот, я все скину, вот так вот у меня получилось. Проплетаем вторую пару золотых резинок, накидываем 2 резинки и скидываем с правого и с левого столбика нижнюю пару золотых резинок. Накидываем третью пару золотых резинок и скидываем нижние. Теперь возьмем последнюю резиночку, накидываем ее на 2 столбика и скидываем нижние резиночки с правого и с левого столбика. Перенесем вот эти золотые резиночки на крючок. И нам надо сделать с вами узелок. Проведем крайнюю левую резиночку через крайнюю правую. И затянем, насколько это возможно. Если вы хотите использовать эту бутылочку как брелок, то можете оставить эту резиночку. А если вы хотите, чтобы у вас эта бутылочка была как игрушка, то сделайте несколько оборотов вокруг вот этой вот золотой части бутылочки, пробки. И вот так вот у нас с вами получилось. Теперь приготовим еще одну серую резиночку. И нам надо скрепить немножко нашу бутылочку. Смотрите, найдем первую петлю, вот эту серую. У нас есть правая часть и левая. Мы заводим по 2 резиночки левой части. Потом под всю центральную и вот в этой левой части под правые 2 резинки. Еще 2 резинки остаются, мы в них не заводим крючок. Возьмем одну серую, накидываем, проводим через эти резинки. Второй конец возвращаем на крючок и крайне левую проводим через крайне правую. И затягиваем узелочек. И прячем эту резиночку. Я прячу вот под эти серые и завожу под зеленые резиночки также крючок и прячу. Перевернем бутылочку на другую сторону. И наше шампанское готово. Я надеюсь, это видео вам понравилось. И вы вместе со мной сплели вот такое вот замечательное детское или взрослое шампанское. А может быть и то, и другое. Пожалуйста, ставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие видео. Это у нас уже предпоследнее видео в этом 2022 году. Я хочу вам пожелать в 2023 году побольше здоровья, счастья и радости в жизни. Также смотрите мои другие видео с сегодняшнего марафона. Повторяю, выйдет 4 видео по плетению шампанского, бокала шампанского, связанного зайчика и также бенгальских огонечков. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока-пока!